Всем привет, с вами Александр. Вы на канале Bourbon Play. Мы продолжаем играть в Subnautica. Я вам обещал, что мы поедем на вторую капсулу, где я буду искать необходимые ингредиенты для создания реактивного ранца. Ой, реактивного ранца, говорю, для того, чтобы можно было создать бур для моего краба, чтобы можно было добывать крупные месторождения. Вот так. Все, сейчас пойдем поедим. Желудок у него звучит, конечно, интересно, смешно немножко. Так. О, сколько батареек нашел. А я их искал, кстати. Ладно, так, сейчас мы поедим. О, иди сюда. Сейчас мы поедим, иначе мы не доживем до следующего утра. Так, иди сюда. Иди сюда. Так, мне чешется нос, скорее всего, я буду получать люлей от кальмаров, всяких там и электрических рыб. На второй капсуле. Так. Так, так, так. Что я хотел? А, все, понял. Закинуть ненужную хрень вот сюда. Потом, что я хотел? В принципе, все. Больше я ничего не хотел. У меня все есть. Вот здесь я еще не знаю, что можно поставить. Не знаю, кстати, вообще. Не представляю даже. Нос чешется. Ну все, наверное, пойдем. Да, все, пойдем. Не буду задерживаться. А, что я? У меня же вот здесь. Так, тут у нас. Да, все, уходим. А, нет, подожди. Сначала надо обчистить самого мотылька. У него забиты все эти кладовки. Так. Давай, титан здесь оставим, кварц, медь здесь, литий оставим здесь, венец, точнее, отложенные соли оставим здесь, так и быть. Батареечки надо оставить вот здесь. Так, мы возьмем только работающие, неработающие надо убрать. Вот одна есть. Вот одна есть. Так, хорошо. Ну, в принципе, их слишком много, наверное, да? Давай мы, наверное, сделаем вот так вот. Опа. Потом мы сделаем вот так вот. Опа. Так, тут ничего, нормально все. Так, сейчас мы проверим вот эти вещи. Вот это, вот это. Сканер проверим, ремонтный инструмент, резак тоже. Надо все заменить, батареечки на все заменить. Вот так. Стопэ. Вот так. И неработающие батарейки мы уберем. То есть вот так вот можно сделать. И вот так вот. Ну там пойдет, в общем. Так, будем докидывать. Остальное все поубираем. Вот так. Готовим нашего мотылечка. Так, отлично. Сок. Капец, он большой, этот сок. Он все место занимает. Подожди-ка. Кристалла 3 здесь есть. А ну какие-то еще кристаллы может есть. Четвертый для бура моего. Нет, нету. Ладно. Так, водичку возьмем. Хорошую. Ладно. Вот это мы... Да, ладно, все. Вот это мы не уберем, да? Золото. И вон и куб один уберем. Один уберем. Так, мне надо поставить шкаф, мне не хватает шкафа. Мне слишком много всего начинает копиться.
поэтому мне нужен еще один шкаф. Это кварц и два титана. Кварц один. Два титана. Кварц один как раз вот есть. Надо еще один шкаф поставить. Вот сюда мы его поставим. Вот так, замечательно. Теперь можно все убрать. Так, водичку мы оставим. Да, все. Так, тут что-то еще, по-моему, оставалось. Что-то еще. Вот. Отлично. Это все надо тоже убрать отсюда. Чтобы оно мне не мешалось. Литий, кристалл, медь. О, подожди, подожди. Как раз у меня 4 этого получается. Может, ехать никуда не надо будет. А для бура мне нужно было 4 кристалла. У меня как раз, по-моему, 4 назад. Так, а ну-ка. А ну-ка. Модули краба. Бур. Великолепно. Вообще шикарно. Вообще шикарно. Что-то надо было титана больше, да? Так, подожди, да, это все уберу отсюда. Ага, так. Так, обратно. Уберу. Титан. А ну-ка. А ну-ка, а ну-ка. Нет, это мне не надо. А, еще надо 2 штуки. Еще 2 титана. Сейчас я попью. Так, один. Так, давай мы кое-что. Вот это уберем. Еще один. Замечательно. Вот так. О, да, ребята. О, да. Есть бур. Есть у нас бур. Не могу выговаривать его. Иди сюда. Иди ко мне. Замечательно. Так, так, так. Бары-папам. Ну, наверное, тут пока уберу вот куда-нибудь. Куда-нибудь, не знаю. Не знаю. Просто к нему. А где тут у него этот? А где твои этот, хранилище было? Пока ему внутрь уберу вот так вот. У меня нету торпед, поэтому. Поэтому нафиг. Теперь могу бурить. Че, наверное, пойдем, да? Попробуем побурить. Нет, ладно, все. Подожди, я обещал вам поехать за этими ингредиентами. Да, ингредиентами. Все, я все освободил. А потом я, когда приеду, я хотел что сделать. Так, бур я сделал. Этого у меня ничего нету, этого ничего не смогу сделать. Никелевого нету, руды. Торпедная установка нет, торпеды. Для торпед нужен титан и магнетит. Магнетит у меня закончился, кстати. Все, пошли. Мне нужны реагенты. Мне нужны реагенты. Да блин, ну что ты что творишь-то? В смысле? Вот так. Наверное, давай сначала съедем в Дигази, на базу Дигази, соберем там магнетит, потому что там его было много. Где мой Дигази база? Так, кино мы пока уберем. Вот в Дигази был магнетит. Где ты? Я помню, она где-то была там. Кошка по столам лазит, зараза. Так, подожди, где Дигази база? Это сюда, да?
Вот он. Да, все, нашли. Нашли. Вот так. Надеюсь, магнетита железного, я уже давно сюда не приходил. Его тут было много, я помню. Магнетита этого. Но тут были также враги. Вон, какие-то там всякие... Какие-то всякие черви летающие. А теперь я могу нормально тут полазить. В прошлый раз мне просто не хватало этого воздуха, чтобы мог нормально все осмотреть. Но вроде бы я все осмотрел был. Вроде бы как. А где вход-то? А, вот он. Так. Надо все внимательно тут осмотреть. Внематочно. Может быть, что я и упустил. Может быть и такое. Так, наверх потом. Так, тут. Ничего. Нет. Да, тут. Ой-ой-ой, задел. Так. Да, блин, опять задел. Да стой ты. Да поднимись, я сказал. Так, тут тоже ничего нету. Все. Теперь точно я уверен, что я тут все осмотрел. Теперь надо идти и собрать магнетита побольше. Так, а не сюда пришел? Не сюда я... Да блин. Где тут выход, я уже забыл. Вот здесь. Вот он. Так, мотолетчик мой, вот он. Ой, чуть не испугался. Это рыбка одноглазая. Так. Так, это мы все уберем. Пошли искать магнетит. Какие-то месторождения уже идут нормальные. Отлично. Хоть тут, может, алмазы насобираем. Так, так, так. Ну, пойдем по порядку. По порядочку мы пойдем. Вот, отлично. Золото. Пока давай без мотылька. Литий. Отлично. Так. Надеюсь, на меня никто не нападет. Welcome aboard, Captain. Так, хорошо. Вот еще один. Отлично. Видите, как бы тоже вещь полезная. Тоже его не так легко найти, как казалось бы, на первый взгляд. Поэтому я буду его тоже собирать. Он потихоньку заканчивается у меня. Блин, ну магнетит, надеюсь, тут будет. Все, за одну походку мы забили один шкаф новый полностью, который мы только построили. Теперь у меня магнетита слишком, но он мне очень нужен будет. Так, для торпед там получается что надо будет? Магнетит и титан, по-моему, да? Да. Титан и магнетит. Иди сюда. Да, две торпеды уже есть. Три, четыре. Давай, наверное, побольше сделаем, да? Ну, давай, ладно. Шесть пускай будет. Шесть, ладно. Так и быть. Вот так. Надеюсь, они подойдут для этого. Так, давай. А, он делает сразу две торпеды. Отлично. Получается 4. 6.
Так, то сколько у меня получается торпед уже? 6 штук. Так, пока оставим, давай, на всякие пожарные. Пока 6 штук для пробы сделаем, чтобы мы в дальнейшем знали, сколько их надо, в принципе. Иди сюда. Пока мы уберем, торпеды идем. Загрузим. Не знаю, куда, правда, тут грузить его. Так, бур есть. Залезть. Краба, хранилище. Так, а ну-ка теперь 3, 5, 6. Ну-ка теперь я смогу. А, я же брал, блин. Точно. Ну-ка, иди, еще раз иди сюда. Я же убрал вот эту торпеду. Да какие улучшения? А, ну да, да, все, я туплю. Все правильно. Ага. Вот так. Торпедный отсек. А, вот сюда они загружаются, все, понял. Теперь мы отсюда тогда убираем. И загружаем вот сюда. Отлично. Теперь у меня есть чем защищаться. Великолепно вообще. Так, сейчас мы поедим, короче. Сейчас мы поедим. Дойдите сюда. Где? А, это что ты делаешь? Куда они укатили мою ловушку уже? Надо ее поближе поставить, что-то они слишком далеко ее укатили. А где? Она уже вот где, надо ее сейчас собрать. Что-то слишком далеко ее укатили, ребят. От моего дома. Надо ее вот сюда кинуть. Вот так. Это включи, ты что не включи, наверное? И чё? В смысле? А это типа потому, что рядом никого нету, да? Ладно, в общем, разберемся. Так, мне сейчас надо поесть. Идите сюда. Что-то камера слишком опустилась. Вот так. Иди сюда. Иди сюда, я сказал. Вот так. И еще одна. Да иди сюда, вот. Все. Вот. Вот так она работает. Понял. Так, ладно. Что мы будем сейчас делать? Так, что там еще можно для краба этого сделать? Что мы можем еще сделать для этого краба? Тут есть что-нибудь? А, улучшение циклопа, вот, улучшение экзо костюма. Ну, кианит, но я не знаю, где он находится. Я не знаю, где его брать даже пока. А, общие модули. Вот. А, перерабатывает побочное тепло для минимизации потерь энергии. Вот это можно сделать еще. Но полианилина у меня нету. Все, идем теперь добывать полианилин. На нашем любимом мотылечке. Да куда ты? Вот так. Все, идем. Фига тут залежи сколько. Жесть просто. Свет пока выключу нафиг, а то опять эти кальмары нападут, они же на свет реагируют, написано было.
Нафиг надо. Так. Сок соберем. Я чувствую, мне тут... Чувствую, мне тут этот не нужен будет. Чувствую, мне титан не нужен будет. Так, ко мне только не подходите. Так, еще один могу взять. Хорошо. Пойдем теперь искать грибы. Теперь грибы ищем. Может, еще что найду? Да пошел ты. Решил типа напугать меня. Ах ты тварь! Хера себе! Ты охренел что ли? Подожди, сейчас с тобой разберусь. Где? На тварина. Сдохни, мразь. Охренел совсем. Жесть. Он меня прям с моей тачки вытащил. Вот они, грибочки мои. Грибочки. Ко мне. Так. Уберем. У меня тут забито все. Да ну, хватит. Вот так. Может, что-нибудь еще что-нибудь здесь будет? О, тут даже рубины есть, нифига себе. Нет, рубинов пока мне достаточно. Пойдем так чисто для себя посмотрим, что есть. Может, тут какие еще есть интересные залежи, помимо вот этого всего. Всякое может быть. Это что такое? Что за залежи? Медная руда. Local scans show a nearby opening, leading to a biome with extensive fossilized remains. Чё? Какой-то проход? А, вот вижу. Ну тут как бы, я думаю, и хищников более чем достаточно. И чё это? За помещение такое. Амебоид. Ай-яй-яй, иди нахер. Ты чё, охренел? Иди нахер от меня. Дайте добью. Местный форм. Багровой ползун какой-то. Отвали. Я тебе сейчас дам. Ладно, пойдем. Сейчас мы на мотыльке сюда приплывем. Сейчас мы на мотыльке приплывем. Может быть, здесь есть какие-то как раз таки редкие ресурсы, которые мне необходимы. Это что? Вот он, Настуран где. Все, я понял, куда идти. Чтобы добыть его. Я понял, куда надо идти. Короче, в следующей части созовем этого. Как он называется? Циклопа. Берем с собой этого краба и идем добывать всякие там разные настураны, херестураны и так далее. Но он, скорее всего, должен и так где-то валяться. Это просто залежи. А, вот он, родной. Вот он, родимый. Иди сюда. Сейчас мы сначала тебя изучим, так чисто,
чтобы было. Вот так. Да, иди сюда, я сказал. Так, пока один только есть. Надо больше. Пойдем внутрь. Скорее всего, в этой пещере есть больше. У нас тут рано. Так. Нифига у вас тут паучков. Вот еще один. Ох ты, сколько тебя тут, офигеть. Иди сюда. Охренеть, наконец-то я нашел его. И мешочек, конечно же, нужен. Гелеобразный. Охренеть, насколько их. Всяких разных. Да хрена ли ты там делаешь? Вы чё, это? А вы его сможете убить, нет? Нет, да? Да, смысл тут? Пытаетесь что-то сделать, у вас же не получится. Я вот так сделаю. Сразу уплыли, зараза. Ух, показалось. Рыбка какая-то. Теперь нас туран ищем. Чем больше, конечно же, тем лучше. Пока это все отложу. Пойдем. На кораблике заедем к ним. В гости. Так, может где-то еще тут есть. А, вот он. Иди ко мне. Иди ко мне, мой хороший. Так, тут нету. Опа, нет. Стоп. Я очкую. Я очкую туда идти. В принципе, его и тут достаточно натурально вот валяется везде. Поэтому я лучше сам схожу. Чтобы мы этот мотылек не расфигарили. А то стопудово его разобьют всякие там электрорыбки. Вот еще есть. Так, сейчас мы настроенно насобираем, пойдем домой и посмотрим, что можно будет сделать. Как раз таки улучшим свой краб. Свой краб, крабчик улучшим. Да, вот она, пещера как раз с этим сланцем. Отлично. Замечательно. Обожаю. Так. Алмаз. Ну и всякие разные рыбы. Я вас потом, ребята, изучу обязательно. Рыбок этих. Вот еще один. Так, сколько мне еще места? Я смогу еще добыть? Последнее. Последнее место. Сейчас я его дотую. Добью до конца. Так, золото не нужно мне. Так, 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 так. Вот он, все. А это что, магнитит? Нет, давай на сторону возьмем. Все, идем домой. Это что такое? Медь. Медная руда. Все, уходим. Где мой мотылек? Вот он. Замечательно, ребята, я нашел настуран. Просто случайно, опять же. Пошел за этими, нашел настуран. Круто. Мне нравится такое. А, вот он. Все, идем создавать. Идем создавать. Ой-ой-ой, стой, стой, стой. Да тут вот... О, что, куда иду вообще? Я, по-моему, не туда иду. Да-да-да, стоп. Ну, туда надо идти. А то я сейчас заблужусь, меня тут еще захерачат, и все, и хана мне будет. И мне хана. Сейчас я еще так чисто поверхности осмотрю, потому что в прошлый раз я нашел какую-то временную капсулу. Непонятную.
Ну, тут уже все, в принципе, мы осмотрели. Мне главное, чтобы меня не захерачили. Пойдем наверх. Где-то я ее тут наверху нашел. Охренеть, тут столько залежей, жесть. Просто жесть. Так, чисто быстренько осмотрю. Может, что замечу. И упаду. А, вот он, крабик. Так. Нет, ничего нету, да? То может где еще одна капсула валяется? Капсула. Так. Да, ничего нету. Все, идем домой создавать новые модули. Потом создаем циклопа. И там уже думаем, что дальше делать. А, ну и там мы уже пойдем на этот. На этот, как его? На базу инопланетян. Ну, какой-то остров. Так, тут нету захода внутрь острова. Нету, да, скорее всего. А я брал с собой его на путь. Вы что, попутали что-то или что, слышь, братва? Не трогайте меня. А, нет, это не остров. Это подводный остров. А это что, подожди. А тут, по-моему, я был уже. Тут я уже вроде как бы... Да блин. А, попить надо? Да, тут я был. Я помню. Все, уходим. Нет, не буду я задерживаться тут. Vital signs stabilizing. Где моя база? Вот она. Все, сейчас придем домой. И замечательно. Смотри-ка, мотыльку не обязательно выплывать на поверхность, чтобы зарядить батарею от солнца. Я думал, надо именно всплывать. Почти приплыли. Почти. Ну, на сторону мы, конечно, насобирали на славу, прям дофига. Мне осталось найти, где находится этот аквамарин, или как он там называется, такой слиток серебряный. И что-то еще там надо. Надо там базу построить, где залежи вот эти. Наверное, е. Замечательно. Так, что у нас тут? Так, модули. Ой, а вот еще кристаллическая сера какая-то. А вот никель еще не нашел. Так, мне надо, получается, что сейчас? Так, мотыль. Это мотылек. А хотя даже надо, давайте на мотылька я могу сделать. Генерирует небольшое электрическое поле для отпугивания агрессивных существ. В принципе, ничего вариант. Торпедная установка. Можно его, в принципе, сделать. Гидролокатор. Бесполезная вещь. Общие модули. Перерабатывает побочное тепло для минимизации потери энергии. Ну, тут что-то... Нет, тут я ничего не смогу сделать. А ну-ка, тут что-нибудь есть? Экзокостюм. Вот, кианит, я не знаю, где его брать. Улучшение мотылька мы улучшили. Блин, а что, зря что ли все это брал? Что-то я не пойму. Так, мне нужен еще один шкаф. Еще один.
Так, так, подожди. Там кварц. Что мне не хватает? Да где ты, блин? У меня что, кварц закончился, что ли? Я же его собирал вроде как. Если такое сделать, маленький шкаф, а, все можно. Можно, 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 можно. Так иди сюда. Так, нет, да? Вот так. Так, сейчас кинем все сюда. Кристалл у нас турана этот гребаный. Так, алмаз, золото пока не нужно. Гелеобразный мешочек пока не нужен. Ай, чё я сюда иду? Вот так. Теперь я смогу сделать масляной сок, точнее бензол. Иди сюда. Где-то мне еще была парочка как раз таки. Бензол этого, и как он там называется. Один. Ты что делаешь? Так. Вот здесь, да, вот как раз по одному у меня осталось. Так где ты? А, почему, в смысле? Все-таки два, да? Ладно. Все-таки два осталось, значит. Тогда мы его уберем. Очистим этот. Так, хорош, отлично. Создадим вот этот кислоту, вот эту. Что там для нее надо? А, отложение соли. Ага, хорошо. Отложение соли. Вот этот формат нужен мне. Соляная кислота. Замечательно. Так, нужно еще отложение соли. Да что ты делаешь? Дурак, что ли? Так, тут нет. А, вот же кварц. Чего искал-то? Так, мне нужна теперь соль, да? А ну-ка, а что я могу сделать с этого? Так. Бензол, синтетические волокна, аэрогель и полимер с высокой проводимостью. Полианилин как раз таки мне нужен был. Так. Так, а для чего мне нужен был? Полианилин. А подожди, а ну-ка иди сюда, где этот реакторский стержень, или как он там называется. Сейчас сначала тут все смотрю. Циклоп, циклоп. Улучшение реактивного ранца пока не улучшу, не получится. Так, 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 так. Что я могу сделать? Так, пурпурная скрижаль пока мне не нужна. Из этого всего у меня все есть. О, топливный стержень реактора. Вот, отлично, наконец-то нашли цель. Свинец, титан, стекло. Свинец, титан, стекло. Так. Титан. А давай мы два свинца. Два титана. Ай, места не хватает. Вот эту штучку пока отложу все. Так, иди сюда. Два титана.
и стекло. Где-то здесь у меня было. Вот так. Иди сюда. Замечательно. Отлично. Теперь могу сделать топливный этот. Еще два настрана. А ну-ка, давайте сейчас проверим это сюда. Ну, наконец-то! Слава тебе, Господи! Гребаный ты рот. Что-то надо было еще. А, еще парочка этих настуранов. Уху-ху-ху-ху. Наконец-то. Еще один сделаем. Топливный реактор или как он там. Вот так. Использовать ядерный реактор. В смысле, это теперь у меня будет... как долго он их использует? Ладно. Ладно, ребята, на этом мы, пожалуй, закончим эту часть. Это слишком долго вышло. Обязательно ставьте лайки на видео, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на паблик, на группу ВКонтакте. И всем пока.